Порядка 300 миллиардов, миллионов рублей в окружном бюджете заложено на программу по предоставлению социальных выплат на приобретение, строительство, жилья или на субсидию. В эту сумму входит оплата первоначального взноса, части процентов по ипотечному кредиту и выплаты при рождении ребенка. Письма счастья очередники ждут по 3 года. Задаваясь вопросом, а получат ли они право приобрести квартиру на выгодных условиях в нынешних экономических условиях, с этим вопросом в программу «Алло, студия» обратилась наша телезрительница Анна Баракова. За разъяснениями мы обратились в Департамент труда и социальной защиты. 150 миллионов рублей в этом году пойдут на возмещение части процентов по ипотечному кредиту. 32,5 миллиона на компенсацию участникам программы при рождении ребенка и 150 миллионов на оплату первоначального взноса. На эти деньги внести первый платеж по кредиту смогут около 55 семей. Уведомления они получили еще в прошлом году и до середины этого года должны приобрести жилплощадь. 150 миллионов на первоначальный взнос и воспользуются люди, которые стали на учет в 2011 году. Учить только и сейчас их подошла, и они получили, как я вот уже сказал ранее, гарантийные письма и уведомления. Если не учитывать вот те, которые войдут вот в эту сумму, получат 150 миллионов, то останется на очереди 1141 семья. Из них 23, которые имеют право первоочередного, это 19 семей многодетных и 4 семьи, которые воспитывают, на воспитании находится ребенок-инвалид.